Скромная, трудолюбивая, спокойная, знает свое дело, готова в любое время прийти на помощь. Так характеризует ее коллектив, с которым работает Анжелика Хагауджева. Более 20 лет она проработала оператором в Кашихабльской центральной районной больнице. Считает, что ее выбор был предопределен судьбой. Сколько помнит себя, всегда хотела оказывать людям медицинскую помощь, ведь самая гуманная работа на земле – помогать больным. Когда кто-нибудь болел, просто душа болит, и мне хотелось быть поближе здесь, потому что хоть чем-то помочь. И поэтому здесь я чувствую себя на своем месте, потому что пытаюсь всеми силами где-то быть нужной. У меня техническое образование, среднеспециальное, вернее, извиняюсь. И, ну, у меня душа лежала именно к медицине. И в 2002 году у меня появилась возможность устроиться в больницу Кашихабльскую ЦРБ, в детское отделение с санитаркой, буфетчицей. То есть я на кухне приносила еду с кухни, раздавала больным, работала. И параллельно я заканчивала курсы компьютерные. Потом, когда у меня появилось вот это образование, я перешла в операторы и занималась эпикризами. То есть все стационарные больные по окончании лечения получают выписку. Эти выписки я и печатала. Ну, обучалась тонкостям этих выписок медицинского дела, да, я анализы, все разбиралась просто-напросто. Анжелика Заурбевна всю свою жизнь посвятила больнице, и ей трудно представить себя без работы, без сотрудников. Все они как один решают наиважнейшую задачу – служат защите здоровья наших жителей. И несмотря на солидный стаж и опыт, постоянно совершенствуют свою квалификацию. Ну, сейчас я занимаюсь, работаю в Федеральном регистре медицинской организации. Это нужно данные вносить определенные в программу специальную, и диспансеризация, которую у нас в районе пациенты проходят, диспансеризация, обследование людей, и это мы вносим в программу медицинскую. И, естественно, там то письмо напечатать кому-то, это действительно печатная работа тоже параллельно идет, то в системе электронного документооборота отправить письмо тоже умею, то есть, ну, занимаюсь, что нужно. Сегодня Анжелике Заурбевне больше хочется говорить не столько как о профессионале, но и как о человеке. Хотя без важных качеств характера, человечности, сострадания, понимания и добросердечия она бы не смогла стать таким специалистом. Как все ее знают, так и она знает каждого жителя в своем и соседних населенных пунктов. И поэтому всегда напомнит, кому необходимо пройти профилактический осмотр, диспансеризацию или пора на прием к доктору. Вы пожалели о выборе профессии? Нет, естественно, нет. Я просто, вся моя жизнь проходит вот. Кашихабльская ЦРБ – это моя вся жизнь. Я в начале своей трудовой деятельности и в субботу приходила, потому что мне нужно было, и мне интересно было все это. Я здесь, без этого я не могу. Ну, для меня это несложно, потому что я и задержусь, и выйду в выходной день, потому что мне это интересно, и я ответственность, самое главное, ответственность, чтобы была у человека, потому что я понимаю, что я не сделаю, дальше винтик остановится на мне, и дальше все застопорится. Нет, нужно, чтобы от меня то, что зависело, я сделала. Сегодня эта замечательная женщина отмечает свой юбилейный день рождения. Коллектив районной больницы от всего сердца поздравляет ее с таким замечательным событием. Желает огромного здоровья и удачи во всех ее начинаниях.